Всем привет! Сегодня 1 октября 2021 года, и первый день октября начался не сильно удачно. Склады со стройматериалами загорелись в Новой Москве. Пожара хватило около 3000 квадратных метров. Для тушения пожара применяется даже авиация. Вы только вдумайтесь, кто такого огромного масштаба, это трагедия фактически. Пожар охватил более 3000 квадратных метров, и есть, так сказать, возможность, что пожар перекинется, перебросится, так сказать, на соседние здания. Вот такие вот дела, ребята. Так что октябрь не сильно хорошо начался.